Здравствуйте, дамы и господа, с вами Джесси Дуплантис. Каждую неделю мы выпускаем для вас новое видео, и я знаю, что вам нравится их смотреть. Поэтому лайкните это видео, подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик. Так вы будете знать, когда выходит новый контент. Итак, с вас лайк, подписка, и не забудьте нажать колокольчик. А теперь садитесь поудобнее и смотрите. Кто сегодня пришел с Библией или хотя бы с Библией на телефоне? А, молодцы. Тогда давайте откроем 2 Тимофею. Оно после первого послания к Тимофею. Если вы не знали или не читаете Библию, вы удивитесь, но многие люди ее не читают. Я хочу поговорить на тему, которая станет вашей темой на весь 2023 год. Последние несколько лет Господь дает нам тему на год, но это не обязательно. В следующем году Он может ничего и не сказать. Я не знаю, все в Его руках. Но я понял одно насчет Слова Божьего. Но истина всегда, а не иногда. А для того, чтобы постоянно жить в реальности Слова Божьего, вам нужно что-то делать. Бог всегда держит свое слово. А вы готовы держать свое слово? В этом вся суть. Иногда люди говорят одно, делают другое, но, как говорится, поступки, а не громче слов. Люди говорят много всего, но держат ли они свое слово? Никто не должен видеть разницу между вами и вашими словами. Вы не можете отделить Бога от Его слов, а мы должны подражать Богу, как Его возлюбленные дети. То есть ваши слова и действия не должны расходиться. Даже если вы сказали то, что не следует, Библия говорит, что вы клянетесь себе во вред. Иными словами, сказал «делай». И за свою жизнь я раздавал много пустых обещаний, но я всегда старался их исполнить, потому что мои слова – это я, и нас нельзя разделить. И когда я молился за 23-й год, я спросил: «Господь, что мне делать? Скажите, кто из вас партнер моего служения?» «А, большинство. Большое спасибо вам. В этом году я напишу 12 партнерских писем на тему этого года. Наш издательский отдел опубликовал некоторые пункты из этой темы в январском номере нашего журнала. И сегодня мы поговорим об этом, но также знайте, что вас ждут 12 писем. Мы отправим его всем нашим финансовым партнерам. Это слово от Бога ко мне и для меня, а также и к вам. И это такое благословение. Название сегодняшней проповеди и тема этого года звучит так: «Если сохраните веру, все будет вашим». Скажите это: «Если сохраните веру, все будет вашим». Видите, тут все дело в решении, а не в дискуссии. Никаких дебатов или дискуссий. Дело в вашем решении, в вашем выборе. Если вы сохраните веру, все будет вашим. Это касается как духовных, так и физических и финансовых вещей. Люди говорят: «Я в это не верю, поэтому вам так трудно живется». Ваша вера не работает, потому что вы ходите видимым, а не тем, во что нужно верить. И я проповедую уже 47 лет. В январе 76 года я произнес мою первую проповедь. И многие годы различные служители говорили мне, что мне придется трудно. Да, я до сих пор сталкиваюсь с гонениями, но разговор не об этом. Но за все годы моего служения, хотя мне говорили, что мне придется трудно, у меня никогда не было финансового дефицита. Ни разу за все 47 лет. Это неслыханно. И меня спрашивают: «Как такое возможно? Я сохранил веру, поэтому все это мое». Иными словами, я захотел построить такое здание без кредитов, и поэтому, что я сохранил веру, я построил его без кредитов и даже дешевле, чем рассчитывал. Почему? Потому что у нас еврейский Бог, и Он знает толк в бизнесе, и мне это нравится. Слава Богу! Итак, я просто сохранил веру. То же самое я могу сказать о моем теле. Мне 73, как говорит моя внучка, с половиной. Ох, уже эти подростки. Всегда хотят казаться старше, но с возрастом это меняется. Так вот, мое тело не только исцелено, но и целостно. Итак, во всех сферах моей жизни. Это просто невероятно. Как у вас это получилось? Я сохранил веру. Но я сохранил не вашу веру. Не пытайтесь сохранить веру других людей. Я сохранил веру. Не мою веру, а ту самую веру. Какую ту самую? Веру Божью. Иисус сказал: «Имейте веру Божью». Он бы так не сказал, если бы это не было возможным.
Вам нужно верить в невероятное, принимать невозможное, потому что это выполнимо. Павел уже в конце своего жизненного пути, он давно мечтает о том, чтобы уйти, но он говорит, «Лучше, чтобы я остался». Бог избрал его для написания 2/3 Нового Завета. Вы только подумайте, какая это высокая честь. Когда я в 1988 году побывал на небесах, я общался там с апостолом Павлом. Наш разговор впечатлил меня. Я спросил у него, что для тебя больше всего удивило? Он ответил, то, что Бог взял мои слова и сделал их своими. Для меня это было шоком. Я до сих пор не могу прийти в себя. Видите, если вы человек, который хранит веру, то вы будете говорить так же, как говорит Бог. Люди могут критиковать меня за это, но мне не важно, что вы говорите. Я не пытаюсь быть грубым, но мне важно все то, что говорит Бог. Ладно, давайте откроем послание к Тимофею. Павел пишет это письмо своему протеже Тимофею прямо из тюрьмы. Итак, 2 Тимофея 4:1. «Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, явление Его и Царствие Его. Проповедуй Слово». Не просто любое Слово. Многие проповедники не знают, что им проповедовать. Пытаясь решить, что им проповедовать, они находят того, кто им нравится, и стараются повторить его слова. Иисус же проповедовал Слово. И Павел говорит, здесь то же самое. Проповедуй Слово, но стой вовремя и не вовремя, потому что никогда не знаешь, когда именно Бог будет действовать. Обличай. Это мне не очень нравится, но делать это необходимо. Запрещай. Это мне тоже не нравится, но иногда нужно учить овцу, как выбрать правильную долину. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Иными словами, вы не должны получать удовольствие от того, что вы обличаете кого-то или пытаетесь направить его на путь истины, но при этом исправления очень важны, чтобы направить людей на тот самый узкий путь. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут. Это уже сегодня, да. Церкви больше не знают, что такое грех. Нельзя ничего никому сказать, потому что кто-то может обидеться. Бог говорит, не нужно обижаться, если в мире очень мало здравого учения, и вам нужно его отыскать. А как его найти? Нужно найти людей, которые хранят веру. Вот так. Но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. Я, кстати, недавно узнал, что один пастор выращивает марихуану. И вся его церковь в восторге от этого. Его жена беременна, и в церкви есть еще две женщины, беременные от него. Но в этом нет ничего страшного. Это ненормально, дамы и господа, это последнее время. Такого никогда не было, не произошло бы здесь. Никогда. Вы бы меня больше не увидели, потому что Кейти бы меня застрелила, а потом сожгла бы мой труп. Или же молила, чтобы о моем воскрешении, но потом застрелила бы меня еще раз. Как-то так, слава Богу. Идем дальше. «И от истины отвратят слух». В наши дни такое есть? «И обратятся к басням или к обману, но ты будь бдителен во всем, переноси скорби. Много скорбей у праведного, но от всех их избавит его Господь. Многие люди злятся на меня за то, что я благословенный человек, или за то, что они неправильно истолковали какие-то мои слова, и мне постоянно пишут гневные письма, потому что им больше нечем заняться. Им кажется, что их работа — критиковать, потому что им кажется, что они знают, как правильно. Да-да, не закрывайте мне рот, когда я говорю правду». Хорошо, идем дальше. «Совершай дело благовестника, я это делаю, исполняй служение твое». Или в совершенстве исполняй свое служение. Как это сделать? Сохраняя веру, и тогда все будет ваше. Иными словами, ваше служение будет испытано. «Ибо я уже становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало». И 7 стих. «Подвигом добрым я подвязался». Или «я хорошо сражался, течение совершил, веру сохранил». Обратите на это внимание, и при этом его служение продолжается по сей день. Я проповедую сейчас его проповедь. Бог дал мне тему на основании того, что сказал он, Павел, апостол Павел.
И это большое благословение, потому что я хочу поговорить на тему, если вы сохраните веру, все будет вашим. Кто из вас хочет быть здоровым? Поднимите руку. А кто хочет быть богатым? Поднимите руку. Не лгите себе, поднимите руку. Вы боитесь признаться в этом, потому что церковь так часто проповедует против благословения, что вы решили, что бедность – это нормально, но бедность – это проклятие. Лучшее, что вы можете сделать для бедных, это не быть бедным. Почему? Потому что вы так сможете помочь бедным и быть благословением для кого-то духовно, физически и финансово. Итак, Павел пишет, «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». На этом его письмо не кончается. И это такое благословение. Павел написал письмо ободрения. Приближалось время его казни. Думаете, его это волновало? Он уже давно хотел уйти. Он говорил, «Отсутствовать в теле значит, присутствовать с Господом, но мне нужно быть здесь ради вас». То есть, мне нужно завершить свой забег. Люди часто спрашивают меня, когда я выйду на пенсию, когда я закончу свой забег. Я еще не закончил. Я мог уйти на покой еще много-много лет назад. Мы с Кейти могли бы быть сейчас на Гавайях и там страдать за Иисуса до конца наших дней. Да. Так почему же вы этого не делаете? Я еще не закончил свой забег. Я все еще храню свою веру, а он сохранил. Заметьте, что в Библии полно слов «храни» и «сохранил». Можете сами посмотреть в своей Библии. «Хранить», «храни» и «сохранил». Вас это очень благословит. Запишите себе «хранить веру» — это практическая миссия. Мы должны держаться, смотреть и продолжать. Если мы будем держаться, смотреть и продолжать, то у нас не будет времени на весь этот мусор, которым сатана пытается завалить нас. «Чем вы сейчас занимаетесь?» — люди меня спрашивают. «Я храню». Храню веру. Это практическая миссия. Хранить веру – это практическая миссия. Мы должны держаться, смотреть и продолжать. Поэтому я постоянно продолжаю. Люди спрашивают, а когда ты закончишь? Когда Бог перестанет давать мне проекты? Когда Он скажет мне, все, хватит, тогда я буду готов уйти отсюда сразу же, понимаете? Я делаю то, что я должен. Я также верю, что будет поколение, которое не увидит смерти, и я верю, что это мы. Если же я все же умру, то ничего страшного. Если он не придет за мной, то я сам пойду к нему. Это никак не меняет моего конечного пункта назначения. На ваш конечный пункт назначения влияет то, смогли ли вы сохранить веру. Запишите. Вы думаете, почему это не произошло? Потому что вы не сохранили веру. Вера же есть. Веру нужно хранить. Хранить веру – это практическая миссия, и мы должны держаться. Это не значит, что все будет плохо, вы будете наслаждаться процессом, также на нам нужно смотреть и продолжать. Иными словами, вера занимает все наше время и внимание. И вам некогда думать о том, что говорит или делает дьявол. Запишите, ваша вера полна движения и энергии. Ваша вера полна движения, она постоянно движется и полна энергии. И она заслуживает быть вашим страстным увлечением или предметом вашей страсти. Ваша вера полна движения и энергии, она заслуживает вашей страсти. Вот почему я так много говорю о вере, развиваю ее, и вот почему я поместил там это место Писания. «Не нарушу завета моего, не переменю того, что вышло из моих уст». Как этого добиться? Сохраняя веру. Итак, моя вера заслуживает моей страстной увлеченности. Страсть привлекает внимание людей, понимаете? Вот как становится победителем Суперкубка. У этих ребят достаточно страсти, чтобы дойти до конца. Они знают, что им будет очень тяжело, они знают, что их ждут столкновения с огромными мужиками, но их разум настолько сосредоточен на мече, что они ловят его в любых условиях. А это поразительно. Их постоянно сбивают с ног, но из-за того, что они полны страсти к достижению своей цели, они становятся победителями Суперкубка. А как знать, кто победит? Тот, у кого больше веры. Бог нелицеприятный. Вера открывает такие двери, которые вы представить не могли. Итак, ваша вера полна движения и энергии. Она заслуживает вашей страсти. Вот почему я так много говорю о ней. Люди говорят, он говорит об этом 47 лет. Почему? Вера – это не минутное дело. Запишите это. Я знаю, что я спешу, сейчас я все повторю. Вера – это не минутное дело. Записали? Вера – это не минутное дело, а дело всей жизни. А вы когда-то устаете от этого? Нет, я покорился. Готовность покориться усиливает веру внутри нас. Когда вы покоряетесь вере, она усиливается внутри вас.
она становится такой глубокой, что сатана не может достать до дна вашей веры и вырвать ее. Скажу еще раз, вера – это не минутное дело, а дело всей жизни. Готовность покориться усиливает веру внутри нас. Скажу без всякой гордости, моя вера настолько глубока, что сатана не может до нее добраться. Вы когда-то видели меня грустным, а? А почему? Потому что я не грустный, хотя со мной происходят грустные вещи. Да, это жизнь, но моя вера так глубока, что печаль не может добраться до ее дна. У меня не бывает финансовых трудностей, потому что моя вера так глубока, что они не могут достать до ее дна. Можете писать мне гневные письма, меня это не волнует. Я не верю в поверхностную веру. А гадание на ромашке получится, не получится, получится, не получится. Я покоряюсь вере. Знаете, почему мы с Кейти женаты 52 года? Я покорился. Не смейтесь, это не смешно. Я покорился. Почему мы ходим обедать туда, куда ей хочется? Потому что я покорился. Иногда она уступает. Я не против того, что она выбирает, но иногда она злится. Почему я должна обо всем этом договариваться? Потому что ты выбрала это место. Ты хочешь сюда, я не против, я плыву по течению. Мужчины, кто меня понимает, а? А, вот, видите? Правда, я классно проповедую, да? Женщины, послушайте, мы просто покоряемся. Вера — это не... Я стараюсь не смеяться, не смотреть на Кейти. Итак, вера — это не минутное дело, это дело всей жизни. Готовность покориться усиливает веру внутри нас. Хранить веру — это практическая миссия. Мы должны держаться, смотреть и продолжать. Поэтому я жду, пока Бог что-то скажет. Ваша вера полна движения, энергии, она заслуживает вашей страсти, поэтому, когда он говорит что-то, я иду и делаю. Он говорит, а я иду и делаю. Когда церковь хочет, чтобы мы что-то сделали, мы идем и делаем. Вот как все это сходится воедино, и все становится нашим. Вера — это не минутное дело, а дело всей жизни. Покорение вере углубляет эту веру внутри нас. И это прекрасно. Если бы люди тратили больше времени на то, чтобы благословлять других, а не критиковать, результаты были бы удивительными. Но как же люди любят критиковать? Вот потому что их вера, она поверхностна. Она настолько поверхностна, что они могут видеть лишь то, что им кажется неправильным. А уже на следующей неделе они будут говорить обратное тому, что они говорили на этой неделе. Запишите следующее. Духовная проницательность – это сильный мотиватор. Вера – сильный мотиватор, и если вы сохраните веру, то все будет вашим. Я хотел быть благословением в городе, в поле, на выходе и на входе. Я говорю не только о деньгах, хотя они и есть часть моей жизни. Как я к этому пришел? Что меня мотивировало? Что меня мотивировало верить в это? Второзаконие 8:18. Помни Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство. Когда вы мотивированы, вы встаете и делаете что-то. Петр сказал, я не знаю, ты это или нет, но если это ты, то вели мне пойти. Иисус ответил, приди. Ну ладно, я пошел. Его что-то смотивировало. Люди спрашивают, зачем вы построили эту церковь? Меня смотивировали. Я не хотел этого. Знаете, что я хотел здесь построить? Большой олимпийский бассейн. Что? Для моих работников. Я сторонник здорового образа жизни, я хотел сделать это для их оздоровления. А еще я хотел построить маленькую церквушку или, скорее, часовню. Не здесь, а там в углу. Я не собирался там проповедовать или служить, я планировал приглашать разных спикеров, чтобы они выступали перед моими работниками. Если вы заметили, я не пастор. Но Бог мотивировал Кейти, и она сказала, «Нам следует построить церковь». «Но я не хочу церковь». «Я не хочу церковь». Это не изменило ее мнение. Она вышла из моей лодки и пошла по воде. Если я хотел быть рядом, то мне нужно было пойти вместе с ней. И вот во время этого хождения по воде она сказала, «Ты должен заплатить за это». «Стоп, я не хочу платить за то, чего я не хотел».
Но я заплатил. Почему? Я покорился. Я сдаюсь, Господь. Вот так. И я рад, что я сделал это, потому что она была права, а я нет. Понимаете? Духовная проницательность — это сильный мотиватор. Это значит, что вы поднимаетесь и начинаете действовать. Вот почему Петр был единственным, кто пошел по воде. Он был мотивирован. Однажды Иисус спросил, «За кого люди почитают меня?» И Петра что-то побудило в этот момент сказать, «Ты Христос, Сын Бога Живого!» Иисус ответил, «Не кровь и плоть открыли это тебе». Это был первый раз, когда Петр услышал голос Отца. «Отец мой небесный мотивировал или побудил тебя сказать это?» У нас могут начинаться проблемы, когда вы сидите без дела. Никакого движения вперед. Вы настолько заняты тем, что кормите людей. Я не против этого, но вы так заняты благословением других людей, что совсем не занимаетесь взращиванием своей веры. А мир знает церковь лишь потому, что столько людей она накормила. Не закрывайте мне рот, когда я проповедую правду, да. Я на 100% поддерживаю раздачу продуктовых пакетов. Я верю во все это, но когда вас атакует болезнь, вы это просто принимаете. Сатана убивает вашего ребенка, и вы слышите, «О, Господь забрал вашего ребенка, потому что он видел будущее, он знал, что ваш малыш может попасть в ад, поэтому забрал его раньше срока». Ложь и полный бред. Если бы это было правдой, то Бог должен был бы убить нас всех, пока мы были еще детьми, понимаете? Вы можете кормить много людей, но растут ли эти люди в вашем служении? А если нет, то вы не сохраняете веру, а значит, все не может быть вашим. Запишите, никогда не ведите праздную жизнь. Все, что Бог говорит, это не предложение, а повеление и ответственность. Никогда не ведите праздную жизнь. Как там говорят? Праздный ум — это мастерская дьявола, да? Никогда не ведите праздную жизнь. Все, что Бог говорит, это не предложение, а повеление и ответственность. Откройте книгу Бытие, вторую главу. Я хочу вам что-то показать. Сейчас я покажу вам, к чему приводит праздность и безделье. Бытие 2. Мне это очень нравится. Послушайте. Я зачитаю несколько стихов. Начнем с 7 стиха. «И создал Господь Бог человека из праха земного». Что Бог сделал? Он разверз землю, и оттуда вышел Адам. «И вдунул в лицо его». В оригинале сказано «в ноздри его», а не «в рот». Это не было искусственное дыхание. Это было дыхание жизни. На иврите сказано «дыхание жизней». Это значит, что там было все в одном дыхании. Как же мне это нравится. «И стал человек душею живою. И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке и поместил там человека, которого создал». Вау. Перейдем к 15 стиху. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Он не возделывал и не хранил его, а потерял. И это праздность. Все так хорошо. Слышали это выражение? Не нужно исправлять то, что не было сломано. Бог не закончил сад, он не был закончен, пока человек не приложил к нему свою руку. Почему? Ответ находится в Ефесянам 5:1. «Подражайте Богу, как возлюбленные дети Его». Бог сказал «возделывай». Иными словами, прояви свой здесь вкус. И храни его. Если сохраните веру, то все будет вашим. Почему мы сейчас не в Эдемском саду? Почему я сейчас не проповедую где-то под яблоней? Потому что он не сохранил веру. И он точно не возделывал его. Вот что такое праздная жизнь. К чему Бог призвал вас? Когда я говорю что-то своим работникам, возьмем, к примеру, мою финансистку Венди. Когда я прошу ее посеять что-то, я хочу, чтобы она сделала это сразу же. Я не жду, когда ко мне в голову придет мысль не делать этого. Дьявол пытается закинуть вам эту мысль, но Библия говорит «не думайте и не говорите». Тогда у вас ничего и не получится. Господь сказал мне хранить это Евангелие и возделывать его.
Я возделываю его так, как умею. Так, как умею только я. По своему вкусу. К примеру, сегодня утром я был одет иначе. Я спросил, Кэти, так хорошо? И я знаю, когда ей нравится, она делает так. Нормально. Так она отвечает мне, у меня она постоянно спрашивает одно и то же. Джесси, я в этом не кажусь толстой. Думаешь, я буду отвечать на этот вопрос? Я хочу сохранить свою жизнь. Кэти сказала мне, никогда не говори о весе женщин. Но ведь они сами постоянно говорят об этом. Почему же мне нельзя? Ладно, пойдем дальше. Вот вам и пример пустых праздных разговоров. Адам и Ева лишились Эдемского сада, потому что вели праздную жизнь. Если бы они хранили и возделывали его, и продолжали развивать, мы бы с вами до сих пор жили там. Если вы сохраните веру, все будет вашим. Хочу перейти к следующему пункту, а позже мы снова вернемся сюда. Запишите. Напоминаю, что это тезисы, которые будут в 12 партнерских письмах на этот год. Хранить веру означает иметь правильные приоритеты. Во-первых, скажите, знаете ли вы свои приоритеты? Хранить веру означает также иметь правильные приоритеты. Это называется синхронизироваться с Духом Святым. Я научился синхронизироваться с Духом Святым. Иоанна 16:13 сказано, «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». Слышите? На всякую истину. Поскольку Адам и Ева вели праздную жизнь, у них неправильно были расставлены приоритеты. Поэтому они не получили то, что должны были иметь вечно. Некоторые из вас не благословлены духовно, физически или финансово, потому что у вас неправильные приоритеты. Я верю в стократный урожай. О нем сказано в Марка 4, это слова самого Иисуса, но людям сложно это принять. Они говорят 100 крат, а это слишком много. Но вы можете иметь максимальные результаты. Знаете, что я об этом думаю? Это интеллектуальное умозаключение. Иными словами, ваш дом продается дороже, чем любой другой дом в вашем квартале. Это называется максимальный результат. Но я не заинтересован в максимальном результате. Я имею дело с максимумом. Это не вопрос математики. Речь идет о кратах, а это выше нашего понимания. Итак, хранить веру означает даже иметь правильные приоритеты. Это называется синхронизация с Духом Святым. В нашем штате есть одна девушка, вы ее видели. Ее зовут Кристи. Зачастую я могу говорить Кристи, сделать все, что угодно, но недавно с ней кое-что случилось. Она скоро станет мамой. Я не очень люблю газированные напитки, но время от времени мне хочется диетической колы. Я не выпиваю целую бутылку. Обычно я покупаю маленькую баночку, выпиваю меньше половины, всего пару глотков. Но я знаю, что Кристи, она может выпить всю банку до дна. Поэтому я отливаю себе немного и говорю, Мэри, отдай все остальное Кристи. Спасибо, босс. Спасибо, босс. Спасибо. Но из-за того, что сейчас она ждет ребенка, она решила не пить колу. И молитесь за Кристи, а особенно за ее мужа в этот нелегкий период. Так будет до рождения ребенка. Я не знаю, вредно это для вас или нет. Вредно? Да? Вредно? Откуда вы знаете? Говорили, что после вакцинации от ковида у вас не будет ковида. Видишь, Кристи, может, тебе и можно пить колу, кто знает. Нет, я ничего не утверждаю. Ну, вы понимаете, о чем я? Я пытался показать, что у нее есть приоритет. Она приняла решение, что ребенок не будет пить колу. Возможно, после своего рождения ребенок скажет, почему? Не знаю. Наша жизнь – это один долгий путь веры. Но это хороший путь. Теперь следующий пункт. Готовы? Не спешите опирать свою веру на то, что будет. Знаете почему?
Это перенаправляет ваши эмоции. Сейчас много христиан, чьи эмоции перенапряжены. Почему? Потому что они вкладывают свою веру в будущее, но они не были созданы для этого. Вера может созидать будущее, но она была создана для настоящего. Евреям 11.1. Вера же есть. Настоящее время. Вера же есть. И в этом утверждении нет ни капли сомнения. Вера есть. Вот что такое хранить веру, и тогда все будет вашим. Вера же есть. Сейчас. А не в будущем, хотя она имеет такую способность, но происходит она сейчас. К примеру, у Марка есть дочь. Она пилот. Сейчас она еще учится на пилота. Нельзя просто запрыгнуть в самолет и растолкать всех на своем пути, а это так не работает. Нужно учиться. Каждый год я отправляю Кена и Илая на регулярную переподготовку, которая, кстати, стоит мне немало денег. В этом году это стоило 36 тысяч долларов. Кен, вы должны обожать меня за это. Но если они не пройдут эту переподготовку, то они не смогут летать, и они могут потерять свою лицензию. Регулярная переподготовка. Поймите меня правильно, они умеют летать. Так почему же правительство требует регулярную переподготовку? Чтобы сохранить веру. Когда они ходят на переподготовку, то там есть парень, который занимается симуляцией. У него есть специальный ящик, и он взрывает там разные вещи, чтобы посмотреть, что они будут делать во время экстренной ситуации. Что вы будете делать, если потеряете двигатель? Конечно же, они не взрывают настоящий самолет, но они создают такую симуляцию, чтобы увидеть, что они будут делать. И я слышал, если вы совершите ошибку, то все становится красным, что значит, что ты мертв. Но проходя такую подготовку, практическую подготовку, они могут затем справиться с подобной ситуацией в реальности. Иными словами, они не бездельничают на симуляторе, иначе они могут погибнуть. Не спешите упирать свою веру на то, что будет. Вот почему люди говорят, «Это ваша вера не работает, их эмоции перенапряжены». Их победило время, а не нехватка веры или неверия. Такое же бывает, но в этом случае их победило время, потому что их эмоции были перенапряжены. А когда вы принимаете решения на эмоциях, они постоянно меняются. О, это как с женщиной во время менопаузы. Ну, посмотрите на реакцию женщин. У вас менопауза или что? О, Боже, она так напряглась. Все женщины, которых я знаю, прошли через это. И что с ними происходило? Это сказывалось на их эмоциях. А нам, мужьям, приходилось с этим мириться. Дорогая, ты чего-то хочешь? Что? Нет-нет, ничего. Включаются гормоны, химические процессы, полное безумие. И она уже не такая, как раньше. А затем на секунду она меняется обратно. «Дорогой, у тебя все в порядке!» «Было в порядке, пока ты не закричала так громко, что у меня уши полопали». Все это перенапряженные эмоции. А еще так бывает, когда ваш муж ремонтирует все и у всех, но только не у вас дома, и вы начинаете. Не спешите опирать свою веру на то, что будет. Это перенапрягает ваши эмоции. Запишите следующее. Не забивайте свой ум мелкими мыслями. Не забивайте свой ум мелкими мыслями. Расширьте свои мысли о себе. Люди думают, что это гордость и высокомерие. Нет, нам нужно расширить то, как вы думаете о себе. Еще раз, не забивайте свой ум мелкими мыслями. Расширьте свои мысли о себе. А как мне это сделать? Во-первых, принимайте великие откровения, люди, которые критикуют меня. Почему бы вам не приехать сюда, в мое служение, и не послушать меня, а? Да, давайте. У вас получится.
Итак, принимайте большее откровение и свежее помазание. Знаете, как я это называю? Рисовать картины в разуме. Еще раз. Не забивайте свой ум мелкими мыслями. Расширьте свои мысли о себе. У Орла Робертса на столе была табличка с надписью «Тут нет места мелким мыслям». Посмотрите, чего он достиг. Не забивайте свой ум мелкими мыслями. Расширьте свои мысли о себе. И как это сделать? Принимайте больше откровений и свежее помазание. Это называется ментальное производство или рисовать картины в разуме. Бытие 1.26. Это один из ярких примеров. Откройте Бытие 1.26. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и подобию нашему». Вот вам пример ментального производства. «И да владычествует он над рыбами морскими». Это широкое мышление. «И над птицами небесными». И это. «И над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». Видите, тут ни одной мелкой мысли. Все это великие откровения и свежее помазание. Сколько раз вы приходили в церковь, и вам было так скучно, что вы жалели о том, что не остались дома? Да, это правда, так бывает. Иногда вы приходите и слышите хорошее прославление, но это не прославление, а концерт или развлекательная программа. Я не говорю, что это плохо, но вы же пришли до того, чтобы войти в Божье присутствие. Понимаете? Поэтому я не заполняю свой разум мелкими мыслями. На днях мне позвонили и попросили прокомментировать то, что я якобы сказал. Я сказал, спасибо, не нужно. Я знаю, что я сказал, а они могут говорить все, что хотят. Вы знаете, что мне прилетало от лучших из лучших? Мне прилетало от ABC, CBS, NBC, Fox, PBS и «Доброе утро, Америка». Им так хотелось задеть меня, а я просто улыбался. А многих из тех, кто пытался меня задеть, уже давно нет в эфире, а я все еще здесь. Почему? Потому что я не тратил время на мелкие мысли. Я рисовал картины в своем разуме, потому что я создан по образу и подобию Божьему. Вам сложно это понять, потому что вы не растете. Я не пытаюсь сказать, что я чем-то лучше вас. Это не так, но я хочу вырасти в полноту возраста Христова. Бог сказал, «Давай сотворим человека по образу нашему и подобию». Вот почему вам нужно сказать себе, «Я должен расширить свое мышление о себе». Я создан по образу Божьему. Вам же не сложно говорить, что вы плохо выглядите? Так почему вам так сложно сказать, что вы выглядите хорошо? О, это не скромно. Нет, это правда. Вам же не сложно говорить, что вы выглядите плохо? Моя мама была замечательным человеком, но она постоянно повторяла, «Ты свое получишь. Парень, однажды ты свое получишь». Я был заядлым грешником, но когда я покаялся, я начал проповедовать. Когда она услышала, как я говорю о том, чтобы мысли благословены в городе и на поле, она напомнила мне Марию, маму Иисуса. «Давайте заберем его отсюда, он, кажется, сошел с ума». Помните, как Иисус сказал, «Кто моя мама? Кто мои братья? Что с тобой, Иисус? Ты же знаешь, кто я, моя мама говорила мне». «Нет, ты не можешь верить во 100 крат. Это невозможно». Мама точно знала, если я сделал что-то плохое, то меня ждет ад. Но если я сделал что-то хорошее, она говорила, «Никто не знает, что там у Бога на уме». Но это не очень хорошая картина в разуме. На самом деле, это праздная жизнь. Наше внутреннее видение, скажите, внутреннее видение, будет говорить вам, что делать. Станьте хозяином своей веры. Наш гитарист и его жена строят дом. У меня нет своего телефона, но я иногда заглядываю в телефон Кэти. Они показывали различные этапы строительства. Вначале это были сваи. Сваи на участке. Следующим фото было, что сваи уже в земле. Постепенно начала вырисовываться форма. В разуме архитектора этот дом уже построен. Еще до того, как сваи оказались на участке, задолго до этого. Он видит это.
Вот почему я люблю, когда Кейти занимается нашими проектами. Она умеет читать планы, и она видит их раньше меня. Я могу посмотреть и подумать, что это будет красиво, но я не умею строить. Для меня это слабая сторона, для нее сильная. И наоборот. Просто удивительно, как Бог сводит нас вместе. А еще я испытываю страсть к ее верованиям, а она испытывает страсть к моим верованиям. А иногда мы соглашаемся не соглашаться друг с другом. Она говорит, мне это нравится. Я говорю, а мне нет. Почему? Не знаю, мне просто не нравится. Но тебе должно это нравиться. Может, и должно, но не нравится. Я терпеть не могу карри. Для меня она пахнет потом. А большинство людей его просто обожают. Но Библия говорит, ешь все, что ставят перед тобой. Я не ставлю это перед собой, поэтому технически я не нарушаю слово. Вот так вот. Пойдем дальше. Станьте хозяином своей веры. Запишите следующее. Верующим сложно отвлекаться, если они сфокусированы на Боге. Марк, ты в нашем совете директоров, и ты знаешь, что я сфокусированный человек. Если вы сфокусированы на своих приоритетах, то так устраняется всякая путаница. Я сфокусирован вот на чем. Что ты хочешь, чтобы я делал? Именно это сделало Павла тем, кем он был. Бог сбросил его со славы, он сразу же сказал, «Господи, что ты хочешь, чтобы я сделал?» Он искал, чем ему заняться, и если вы тоже ищете, чем вам заняться, то я вам помогу. Храните веру, и тогда все будет вашим. Вы получите дом, который хотите. О, сейчас это многих разозлит. Я пробовал. Нужно не пробовать, а делать. Знаете, почему люди разводятся? Они пробуют жить в браке. Вы знаете, что я говорю правду? Да. У них что-то могло пойти не так, это жизнь. Когда вы женитесь, вы не планируете разводиться. Но со временем все может измениться, потому что вы сказали или сделали то, что не следовало. Или же, как говорят, вы начали отдаляться друг от друга. Как это возможно, если вы одна плоть? Еще раз. Верующим сложно отвлекаться, если они сфокусированы на Боге. Я не отвлекаюсь на всех моих злопыхателей. Я продолжаю трудиться, оставаясь сфокусированным на Господе. Я не говорю, что это не задевает мои чувства, но вы не можете меня обидеть. Вы можете стараться изо всех сил, но у вас ничего не выйдет, потому что я не хочу стать таким, как вы. Я не хочу становиться тем, кто мне не нравится. При этом я не говорю, что вы не можете задеть мои чувства. Вы спросите, в чем разница? Когда задето ваше чувство, вы как ребенок, который хочет, чтобы мама поцеловала его туда, где ему больно. И от маминых поцелуев ему становится лучше, но когда вы обижены, вы ищете, кому бы вам причинить боль. Подключается церковная мафия. Мы сделаем ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Итак, верующему сложно отвлечься, если он сфокусирован на Боге. А на чем сфокусированы вы? Я сфокусирован на том, что дал мне Бог, на том, чтобы хранить и этого и возделывать. Я храню полное все оружие Божие. Я не хожу без него. Шлем спасения, броня праведности, щит веры, меч духа, пояс истины и ноги обуты в готовность проповедовать Евангелие. Чего? Полноценного обеспечения, где ничего не сломано и все на месте. А когда ваше послушание активировано, вы повелеваете, а не предлагаете самому себе хранить веру. Послушание Кейти было активировано в пятницу вечером. Я проповедовал. А она сказала, «Джесси, мне нужно поговорить с тобой». Это было прямо перед моим выходом. Я понятия не имел, что она собирается сказать. Ее послушание было активировано, и она наклонилась ко мне и прошептала, «Давайте я зачитаю вам это еще раз. Когда ваше послушание активировано, вы повелеваете самому себе хранить веру». Она сказала, «Господь только что сказал мне дать вон тому человеку 10 тысяч долларов». Я ответил, «Хорошо».
А кто из вас хотел бы это сделать? Я даже глазом не моргнул. Нет, я не хвастаюсь. Ее послушание было активировано. Вера без дела мертва. И вот, меня это не обеспокоило. Совсем. Она сохранила веру. А угадайте, что получил я? Я сказал, так сделай это. И она сделала. А перед уходом кто-то вручил мне $100,000. Круто, не так ли? Потом я никак не мог положить их в банк. Я приехал в отделение, оно было закрыто. Кэти говорит, что поблизости есть другое, и вскоре мы поедем туда. Я не хвастаюсь. Но если бы Кэти не сохранила свою веру, если бы твое послушание не активировалось, а ты вела бы праздную жизнь, то ничего бы этого не было. Ты бы даже не сказала мне об этом. Вы понимаете, что я говорю? Когда ваше послушание активировано, вы повелеваете самому себе хранить веру. Следующее. Никогда не приспосабливайте свою веру к обстоятельствам. Будьте ведомы Духом, верны Богу и своему видению. Никогда не приспосабливайте свою веру к обстоятельствам. Но это же невозможно. А так обстоятельства будут контролировать вас. Будьте ведомы Духом, верны Богу и своему видению. Хотите, я вам это докажу? Тогда откройте послание Якова, 2 главу. Смотрите, помогу вам. Послание Якова идет после послания к евреям. Итак, Иакова, 2 глава. О, где же оно? Итак, никогда не приспосабливайте свою веру к обстоятельствам, будьте ведомы Духом, верны Богу и своему видению. Иакова 2:20. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами веры достигла совершенства? И это вопрос. И исполнилось слова Писания, «Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим». Вот это да, друг Божий. 24. «Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только? Подобно и Раав, блудница, не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем? Ибо как и тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Не нужно приспосабливаться к обстоятельствам. Я только что прочел вам целый отрывок об этом. Так вы становитесь водимыми Духом, верными Богу. Когда ваше послушание активируется, вы повелеваете самому себе хранить веру, чтобы не приспосабливаться к обстоятельствам. Запишите следующий простой пункт. У нас есть великий враг, но у нас есть еще более великий друг. У нас есть великий враг, против нас выступает сам сатана, но у нас есть более великий друг. И в Колоссянам 1:13, Луки 22:31-32 говорится о том, что Иисус наш друг. И какой он друг? Да, у нас сильный враг, но наш друг еще сильнее. Но как его остановить? Как быть уверенным, что в этом без тени сомнения? Иоанна, 1 Иоанна, 5 глава. Первое послание Иоанна сразу перед вторым. Итак, 1 Иоанна, 5. Сейчас я вам кое-что покажу. А это было здесь тысячи лет. 1 Иоанна, 5, стих 18. Мы знаем. Скажите, мы знаем. А сейчас я прочитаю, что именно. Что всякий, рожденный от Бога, не грешит, то есть не практикует грех, но рожденный от Бога хранит себя. А вы ждете, что Бог будет хранить вас?
Если вы сохраните веру, то все будет вашим. Брат Джесси, почему вы такой благословенный? Я храню себя. Рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Заметьте, что здесь сказано. Мы знаем. А теперь запишите. Мы получили дар распознания, чтобы останавливать врага. Это то, о чем сказано в 1 Иоанна 5:18. Тут сказано, не кто-то знает, или мы, возможно, знаем, а мы знаем. Видите, тут не может быть никаких дебатов или дискуссий. Мы знаем, это решение. Скажу еще раз, мы получили дар распознания, чтобы останавливать врага. Тут сказано, не кто знает, или мы, возможно, знаем. А мы точно знаем. Мы знаем, в кого мы уверовали и уверены, что Он силен сохранить залог наш на Он и день. Я знаю. Я знаю, что я благословен в городе, на поле, на входе и на выходе. Я знал об этом еще до того, как получил это. Вот почему я не завидую другим людям. Я знаю, а не просто верю. Моя страсть по отношению к вере настолько сильна, что она делает мою веру настолько глубокой, что дьявол не может достать так глубоко. И в этом месте сказано «Мы знаем». Меня спрашивают, как вы можете ездить по всему миру и не брать деньги с церквей за свои расходы? Вы знаете, сколько стоит один перелет? Много. Техподдержки, все остальное, но мы знаем. Что ты знаешь? Что Он не просил меня платить за это. Он просил меня верить об этом. Я хочу установить эту тему. Услышьте меня. Если вы услышите меня, то это станет лучшим годом вашей жизни. Говорю вам, мы знаем, а невозможно знаем. Или кто знает? Нет, мы знаем. Но ведь это же стоит так много денег. Я не думаю об этом. Это не моя работа. Бог не просил меня платить за это. Он просил меня в это верить. Эндрю Вомак постоянно использует эту мою фразу. Она стала для него откровением, а я получил это откровение в 1978 году. Когда получить самолет казалось невероятным, Бог сказал, «Я дам тебе самолет». Но при этом Он не сказал мне, что я не получу его до 1994 года. А знаете, сколько людей пытались отговорить нас скейте от этого, чтобы мы верили в самолет? Я знал. Временные рамки не имели никакого значения. Нам хотелось бы получить его еще вчера. Мы, американцы, любим все быстрое. Мы злимся, если в кафе бургер готовится больше 30 секунд, верно? Потому что мы хотим, чтобы все было быстро. Я хочу еще раз прочесть вам этот пункт. Мы получили дар распознания, чтобы останавливать врага. Тут сказано не «кто знает» или «мы, возможно, знаем», а «мы точно знаем». Мы знаем, что рожденный от Бога не грешит. Поэтому я не практикую грех каждый день. Но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. И последняя мысль. Когда мы храним веру, все остается доступным. Когда мы храним веру, все остается доступным нам. Каждое обетование, все, что приобрела кровь Христа, все это ваше. Кто из вас слышал, что я верю в спонсора с 20 миллионами долларов? Слышали? Да, я говорю об этом уже давненько. А теперь послушайте меня. Сам бы я такое никогда не придумал. Я получил письмо, и в этом письме был чек на миллион долларов. Это было на прошлой неделе. Чек на миллион долларов вызывает такой восторг. Как там поместились все эти нули? Нужно было писать их очень мелко. Один доллар можно писать большими буквами. Я позвонил этому партнеру и сказал, «Это мой первый взнос из 20 миллионов». «О, Боже, я такой, это лишь первый взнос?» Я могу верить 20 чеков по миллиону, а могу верить в чек на 20 миллионов. Я не знаю, сколько денег у этого человека. Наверное, много, если он прислал мне целый миллион, верно?
Обычно люди такого не делают. Это мой первый взнос. Они сказали, но мы хотим, чтобы вы верили с нами в стократный урожай. Эти люди богаты, по крайней мере, я так думаю, потому что если вы отправляете чек на миллион долларов, то у вас должно что-то быть. Представляете, первый взнос. И они просили меня верить с ними в стократный урожай. Я с радостью приму 20 чеков по миллиону долларов, но как было бы круто получить один чек на 20 миллионов. Интересно, как бы они вместили еще один ноль в то маленькое пространство? Малюсенькие цифры. Много лет назад я заявил своим работникам, что у меня будет спонсор на 1 миллион долларов. О, как долго я в это верил. Почему я продолжал говорить об этом? Я знаю. С тех пор, как появился первый спонсор на 1 миллион долларов, и это было в 2020 году, с тех пор у нас было 11 спонсоров на 1 миллион и один спонсор на 5 миллионов. И все это посреди ковида, когда все должно было остановиться. А кто из моих работников верит со мной 20 миллионов? Да. Да, скажите это. Да, да, скажите, да, да. Знаете, почему они в таком восторге? Потому что я дам им два из этих 20 миллионов. Кто из вас хотел бы работать на меня? Да, я сделаю это. Почему? Потому что я так хочу. Я спросил у Господа, можно, Господь? А Он ответил, да будет тебе по слову моему. А за 18 миллионов я закончу тот проект. Это мое предназначение, дамы и господа. Почему Бог призвал меня? Спутники — это 6 миллиардов долларов. 7 малых орбит и 7 околоземных. Недавно в мой офис пришел один человек, мы пошли с ним на обед, и он сказал, «Брат Джесси, я хочу поговорить с вами о спутниках. Это вполне возможно. Поймите, для меня нет в этом личной выгоды. Я не получу за это ни копейки. Я лишь хочу, чтобы Евангелие никогда не исчезло из эфира. А также мы сделаем так, чтобы за это платили неверующие». Богатство неверное соберется для праведного. 7 малых и 7 околоземных орбит — это 6 миллиардов долларов. Для некоторых людей это ничто, они могли бы выписать такой чек прямо сейчас, а выпишут ли они, не знаю. Но я знаю, не просто верю, а знаю, что эти деньги все равно придут. Я знаю это. Если точнее, то это 6 миллиардов 364 миллиона долларов. Это будет апогеем всего, к чему я призван. На данный момент, если это будет мое последнее задание, знаете, что я скажу? Я подвязался добрым подвигом веры, течение совершил. И я надеюсь, Господь скажет, еще нет. У меня есть еще одно задание. О, Иисус, я думал, ты уже скоро придешь. Я, конечно, не против верить, но, понимаете, я сохранил веру. Храни. Сохранил и хранить. И мы будем делать это, пока не придет Иисус. Если мне все же придется пройти через смерть, я скажу, «Отец, в Твои руки предаю Дух мой». Но у меня есть небольшая просьба. Когда будешь давать мне новое тело, я хочу быть немного выше, хотя бы 1,80 м. Сейчас я примерно 1,70 м. Я бы предпочел 2,10 м. О, однажды я оказался в лифте с Хакимом Оладжевоном. Он был центральным нападающим в Хьюстон Рокетс. Он стоял с опущенной головой, я смотрел на него так. Он головой упирался в потолок. Я сказал, о, вам, наверное, так круто. Нет, это ужасно. Я бы так хотел быть высоким. Нет, вам это не нужно. А когда он вышел из лифта, я подумал, какой он крутой. А он сказал мне, что хотел бы быть чуть ниже. Но он использовал свой рост как свое преимущество, как дар от Бога. И он играл в NBA.
Удивительно, не так ли? Если вы сохраните веру, то все будет вашим. Все будет вашим. Ладно, последняя мысль. Самые тяжелые жизненные проблемы решаются, если мы храним себя в вере. Я называю это источником самосохранения. Самые тяжелые жизненные проблемы решаются, если мы храним себя в вере. Я называю это источником самосохранения. Так мы храним самих себя. Я надеюсь, что буду проповедовать об этом по всему миру. Но вначале я хотел сказать это здесь. Если вы уже прочли наше партнерское письмо, дождитесь следующих. А от майского у вас просто сорвет крышу. Помните женщину-шунамитянку? Она сказала, мне нужно пойти и поговорить с пророком. Муж пытался остановить ее. Ты не можешь просто так заявиться к пророку. Ты что себе придумала? Она сказала, приготовьте мне осла, и я поехала. Когда она приехала к пророку, слуга пророка Гиезия попытался остановить ее. Он задал ей два вопроса. «У тебя все в порядке?» Она говорит, «Все хорошо». А при этом ее сын мертв. Эта история будет в мае, если я не ошибаюсь. Я уже написал 6 из 12 писем. Затем пророк спросил издалека, «Все в порядке? Все хорошо?» Ее сын был мертв. Но ее исповедание было живым. И благодаря тому, что ее исповедание было живое, хотя ее сын и умер, он был возвращен к жизни. Она типичная женщина. Она хотела иметь ребенка, а в те дни, если у вас не было ребенка, вас считали бесплодным или неуспешным, что-то в этом роде. И мне кажется, когда пророк сказал ей, у тебя будет ребенок, она ответила, только не ври мне. Она хотела ребенка, только не ври мне, я не вру. Он не сказал, я надеюсь, он точно знал, что будет. Так же и знала она. Поэтому, когда ее спрашивали, все хорошо? Все хорошо. Но ведь твой сын мертв. Но мое исповедание живо. Возможно, вы тоже проходите тяжелые времена. Вот ваше исповедание. Я сохраню веру, и все будет моим. Все будет моим. Прославьте Господа за это. Вам понравилось? Вы что-то получили? Это лишь начало. Если бы я проповедовал об этом 7 дней подряд, я бы все равно не сказал всего. Сегодня были только тезисы. Какой пункт вам понравился больше всего? О, не ведите праздную жизнь, не основывайте свою веру на том, что будет. Это перенапряжет ваши эмоции. Возьмем, к примеру, те 20 миллионов. Я знаю, что они придут. Я не напряжен из-за этого, понимаете? А кто из вас верит в свободу от долгов? Поднимите руку, если верите в свободу от долгов. Держите руки, не отпускайте. Держите. Отец, они верят в свободу от долгов. Отец, я хочу добавить к этому и свою просьбу. Я прошу о том, чтобы та сумма, которую они сейчас должны, была не просто погашена, а оказалась на их банковском счету в плюсовом балансе. Ты сказал, если двое из вас согласятся, я соглашаюсь с ними, что 23-й год станет годом свободы от долгов. Все, что вам нужно сделать, это сохранить веру, и все будет вашим. Спасибо, Господь.